сейчас нарисовать мороженое в рожке. А можно другую форму? Можно, например, там... Можно другую, можно шарик, а можно три шарика. Небольшой кусочек отрываем и раскатываем колбаску. Вот, размазываем вот внутрь. И немножечко сделать еще такие полосочки другого цвета. Сначала тоже нужно сделать по контуру и потом размазывать вот так вот по кругу, круговыми движениями. Мы делаем вот такие вот прослоечки темного оттенка. Можно делать любые украшения на мороженое? Ну, конечно. До свидания, спасибо. До свидания, спасибо.